Когда мы приехали сюда в первый день, это просто незабываемое ощущение. Горы, закат, совершенно другой воздух. Здесь очень-очень здорово. Здесь нас учат тому, как правильно освещать интеграцию в ЕС. У меня появилась возможность расширить свой круг общения, потому что у нас в программе есть ребята из стран-участниц Евразийского экономического союза. В программе как раз-таки собрали не профессиональных журналистов, а тех людей, которые бы хотели только погрузиться в эту профессию, но не знают, как и с чего им начать. Поэтому программа построена так, чтобы люди нашли здесь ответы и, возможно, захотели бы стать профессиональными журналистами. Мои ожидания однозначно оправдались, потому что получилось комбо. Я научилась и журналистским каким-то навыкам, и узнала больше об интеграции. Все программы фонда Горчакова отличаются тем, что здесь очень большой акцент сделан именно на практическую деятельность. И мне очень понравилось, что мы научились работать в команде, и это не в тягость. У нас не было ни одного конфликта в рамках команды. Мы просто подхватывали идею друг друга и дополняли ее. Это очень здорово. Я думаю, что много информации я, в принципе, узнала из сферы фейков и как... Лучше не делать так, чтобы создать этот фейк. Я заберу очень много знаний, в том числе и новых. И, безусловно, положительные эмоции, ощущения, впечатления. Лучше разбираться в основах евразийской экономической интеграции и научиться корректно освещать это все.